Юрий Георгиевич, об американских выборах хочу с вами поговорить. Насколько, в принципе, они могут поменять те процессы и ситуацию с геополитическую ситуацию в мире в целом? Эксперты уже даже просчитывают и выделяют страны, которые могут больше всего, например, пострадать, если в выборах, если эти выборы выиграет Трамп. Итак, вот по мнению некоторых экспертов, хуже всего придется Мексике за ужесточение миграционных правил, которые могут затронуть миллионы мексиканцев. Коста-Рика, Панама сильно пострадают из-за критической зависимости от американской военной помощи. Переизбрание Трампа может отразиться и на Германии, потому что ранее он хотел вывести более 12 тысяч американских солдат из Германии и даже критиковал Германию, да и не только Германию, многие там страны НАТО, за низкие расходы на оборону. Ну и также в списке находится Китай, которому Трамп угрожает пошлиной в 60% на товар. Согласны ли вы с такими утверждениями? Это во-первых. А во-вторых, а вот Россия будет выигрыш от победы Трампа или нет? Давайте попробуем понять, что нам уже известно, да, из того, что нам сказал сам Трамп. Трамп, безусловно, остановит помощь Украине. Поэтому я бы начинал этот список не с Мексики и Латинской Америки, да, а с Украины. Если Трамп остановит... А почему вы так считаете? Вот, да, вот каковы ваши аргументы, почему он это сделает? Ведь есть статья Помпео, да, и американского лоббиста Урбана. Собственно, это те люди, мнением которых интересуется Трамп. Там абсолютно другая версия отношения Трампа и военной помощи Украине. Более того, Борис Джонсон свою версию изложил недавно в колонке для Daily Mail. И там тоже абсолютно другая картина вырисовывается по поводу, ну, возможного, да, президентства Трампа, его отношения к Украине. Поэтому вот чем вы аргументируете свою такую позицию? Я эту позицию аргументирую только тем, что говорит сам Трамп. И в данном случае нужно верить Трампу, а не людям вокруг Трампа. И людям, очень часто искренне, да, надеющимся на то, что они повлияют на Трампа и изменят его точку зрения. Вот вы сказали, что Трамп там интересуется чьим-то мнением. Трамп интересуется только своим мнением. И никакие другие мнения Трампа не волнуют. И по поводу Украины Трамп сказал не однажды и однозначно, что помощь Украине он остановит. Трамп неоднозначно сказал, что он считает, что санкции в отношении России должны быть отменены. Вы спросили, выиграет ли Россия от победы Трампа. От победы Трампа, да, выиграет Россия, потому что она остановит помощь Украине. А это то, на чем открыто настаивал Путин в интервью с Карлсоном, который, кстати говоря, ближайший, как бы, Трампу человек. И уж если Трамп кого-то слушает, да, и кому-то прислушивается, то это к людям типа Карлсона или к людям типа своего вице-президента, иначе бы он его назначил вице-президентом. И все эти люди, да, все эти люди настаивают на том, что помощь Украине должна быть остановлена немедленно. Это пункт первый. Абсолютно все эти люди считают, что санкции в отношении России должны быть сняты. Это пункт второй. Я вообще не удивлюсь, не буду прогнозировать, но я не удивлюсь, если первым визитом зарубежным Трампа, который будет сделан, если Трамп победит, будет встреча с Путиным где-нибудь на нейтральной, конечно, территории, не в Москве и не в Вашингтоне. Так что по поводу украинской позиции Трампа нам все понятно. Его риторика о том, что он остановит войну в 24 часа и посадит Зеленского и Путина за стол переговоров и заставит их остановить войну и подписать мир, это введение в заблуждение американского избирателя. Да? То есть это слова, за которыми ничего не стоит. Трампу вообще верить на слово особо не нужно. Да?
подчеркиваю, большинство республиканской партии, той самой, которую представляет Трамп, на самом деле, естественно, сочувствует в этой войне Украине и на самом деле, естественно, хотят, чтобы помощь Украине оказывалась. Да? Именно по этой причине очень многие люди из республиканской партии делают заявление о том, что ну, на самом деле Трамп, да, он не остановит помощь Украине, на самом деле то, на самом деле это. Эти люди, никто из них, из тех, кто не поддерживает Трампа по абсолютно всем пунктам, близко не приблизится к Белому дому, если Трамп станет президентом. Обещать им все, что угодно заранее, да, до победы. А после победы в Белый дом войдут только те люди, которые согласны с ним на все 100%. Это как бы я абсолютно гарантирую, в этом я убежден. Если Россия из-за отсутствия американской помощи сможет пробиться сухопутным коридором к Приднестровью, то война начнется еще и Молдове. Это к разговору о том, каким странам придется тяжелее, если победит Трамп. А Трамп выведет Соединенные Штаты из вовлеченности в европейские дела. Он сделает это под тем или другим предлогом. Под тем предлогом, что европейцы недостаточно тратят денег на собственную оборону. И в отношении части стран это может быть так, хотя в отношении другой части стран это абсолютно не так. В зоне риска, безусловно, окажутся прежде всего Польша, которая много тратит денег на свою оборону, страны Балтии, которые много тратят денег на свою оборону, Финляндия, которая тоже достаточно денег тратит на свою оборону. Так что, понимаете, отговорки, да, благодаря которым Трамп внушит американскому обществу, что нужно сэкономить деньги и выйти из вовлеченности в европейские проблемы, чтобы европейцы сами, собственно, разбирались со своими проблемами и сами за них платили, да, они будут найдены. И, собственно, при том, что у президента Соединенных Штатов всегда очень большие полномочия и возможности в вопросах внешней политики, да, Трамп выйдет, он не выйдет формально, может быть, из НАТО, потому что никто не знает, возможно это или невозможно, никто не знает процедуру выхода из НАТО. Это как бы совершенно такая неисследованная тема. Но реально он выйдет из НАТО. Он перестанет участвовать в НАТО, он перестанет финансировать НАТО, он, да, выведет американские войска из Германии. И Европе придется действительно решать проблему российско-украинской войны без американской помощи. Сможет ли Европа эту проблему решить? Сможет, в том смысле, что у Европы выхода нет. Выхода действительно не будет, потому что как бы нельзя бросить Украину, потому что это не ведет к прекращению войны, а к ее продолжению, потому что это ведет к расширению агрессии, потому что следующей будет Молдова, а потом Польша, страны Балтии и Финляндия. Да? Поэтому Европы выхода не будет. А сможет ли Европа решить эту проблему, если президентом станет Трамп, и если он выйдет из вовлеченности в европейские дела? Ну, подчеркиваю, скорее всего, может, просто сможет, просто Европе будет, да, действительно тяжелее без американской поддержки. А что касается там Мексики, ну, понимаете, есть действительно в Соединенных Штатах проблемы, да, это по существу, ну, не буквально открытые границы, но, в общем-то, скажем так, границы при переходе, которые пограничники не стреляют в нарушителей. Да? Их пытаются как-то отлавливать, возвращать обратно там, туда, откуда они сбежали, они бегут снова. Это действительно сложная проблема. Можно ли ее решить там, стеной, как предлагал Трамп? Ну, если бы ее можно было решить стеной, ее бы давно бы решили стеной. Проблема же в том, что многие, если не большинство нелегальных иммигрантов, в Соединенные Штаты въезжают легально. Они не через стенки
перебегают и не через речки переходят, да, они легально въезжают в страну и просто остаются. И возможности въехать в страну и остаться есть, и желание такое есть у очень многих. Поэтому эта проблема, она как бы действительно сложная, это действительно проблема. Но она решается не только колючей проволокой, да, то есть нужно как бы действительно понять сложность и многогранность этой проблемы и каким-то образом ее решить. Трампу это тоже, кстати говоря, не удалось за 4 года его президентства. И не удастся, если он снова будет президентом. Да? Хотя он делает вид, что это главная и единственная проблема Соединенных Штатов. Я, конечно, не согласен с тем, что это главное, и что незаконная иммиграция – это главная и единственная проблема Соединенных Штатов. Это не единственная проблема, и я думаю, что не главная. Шансы на победу у Трампа высоки, как считаете? Шансы на победу у Трампа были абсолютные в день после завершения президентских дебатов, да, между Байденом. Между Байденом. Потому что, ну, буквально всей Америке стало понятно, кто-то об этом тут же сказал и открыто, кто-то как бы ну, так стеснялся и мялся, да, что избиратель не проголосует за Байдена, находящегося в таком физическом состоянии, потому что всем было понятно, ну, скажем так, справедливо или несправедливо, но у всех сложилось ощущение, что Байден 4 года нового срока просто не протянет, да, а республиканская партия со своей стороной все усилия, время, деньги, энергию сосредоточила на возрасте и здоровье Байдена, исходя из того, что он не снимает, не может снять, никогда не снимет своей кандидатуры, да? Ну, потому что Трамп, судит по себе, он бы своей кандидатуры не снял бы никогда. Да? И поэтому, когда Байден, тем не менее, под давлением, безусловно, под давлением, которое заключалось в критике, которую его подвергли его же как бы товарищи по демократической партии, спонсоры демократической партии, которые сказали, что они просто не будут давать денег на его избирательные кампании. Да? Вот под давлением, вот этим вот давлением, Байден, как мы знаем, снял свою кандидатуру. Я думаю, что шансы у Харрис выиграть битву у Трампа принципиально больше, чем были даже исходно.